Обвиняю окольничьего Алексея Адашева и папа Сильвестра в колдовстве против царицы нашей Анастасии. А где же они? Сами-то. Пораспросить бы их нам. Мы пришли искать правды. Они любую правду облекут ложью. Начнем. Ты. Говорила ли тебе царица, что боится кого? Говорила. Сильвестра боялась. А что до Адашева? Через Адашева верила, что погибель будет. Все по слову Сильвестра делал. Эти книги найдены были в дому у Сильвестра. Владыка, взгляни. Что это за труды? Гадательные книги. Ересь! В огонь! Вот Полька Мария, прозванная Магдалиной. Отравительница. Деньги от Адашева получала? Получала. Делала отвары по его приказаниям? Делала. Коренья и травы свойством ядовитые собирала? Собирала. Уведите ее!